Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Сегодня мы будем раскрывать пятый секрет облачного сервиса майнинга EOBOT. Это довольно-таки очень важный, очень нужный секрет, который позволит вашим облакам разогнаться неимоверно быстро. Это тоже использование реферальной программы, но вы немножко ускоряете процесс. Каким образом? Вы регистрируете рефералов, но уже под своей реферальной ссылкой, но сами от себя. Что вам для этого надо сделать? Вы приходите к другу, просите у него компьютер воспользоваться на часик. Дальше. Вы регистрируетесь по своей реферальной ссылке, которую берете из вот этой вот кнопочки Referrals. Там берете свою реферальную ссылку. Также берете... Заходите на, ну, также реферальную свою ссылку от сервиса бесплатных доджикоинов, чтобы у вас доги сразу пришли, доджикоин. И дальше что происходит? Вы приходите к знакомому, или же берете там у кого-то там мобильником воспользовались, там сказали там, слушай, дружище, дай там, вот я твоим мобильником вот немножко воспользуюсь, мне там кое-что надо сделать. Что вы делаете? Вы берете, регистрируетесь по своим аккаунтам. Для этого у вас должна быть ваша вот реферальная ссылочка. Ну, то есть, грубо говоря, берете себе письмо на почту, отправили. Дальше на чужом компьютере открываете свое письмо, заходите в свою почту, открываете письмо. Там есть ваша реф-ссылка. Вы под этой реф-ссылкой берете, регистрируетесь в сервисе EOBOT. То есть у вас будет IP-адрес другой совсем. Дальше ну, вам будет нужна дополнительная почта. То есть, ну, тоже ее создаете быстренько. Дальше заходите на сервис Free Dogecoin. Там зарабатываете быстренько. Вот давайте я покажу там, что такое за Free Dogecoin. Так, сейчас мы зайдем. Dogecoin. То есть заходим на Free Dogecoin, там регистрируемся, быстренько выигрываем себе доджики, нажимаем кнопочку Claim Free Dogecoin и дальше отгадываем капчу. Сейчас вот быстренько мы посмотрим, какая капча у нас будет. Вот у нас там цифра. Цифра. Так, у нас тут цифра 320. Набираем 320, набираем кнопочку Rolls, и мы выиграли 11 доджиков. А дальше их же сразу же отправляете, вот как кнопочка Windraft, Instant. Здесь ввели свой адрес именно с EOBOT. А дальше любую цифру. Ну, которая больше 5. То есть вы выигрываете 12, да, поэтому все равно оно будет больше 5. Вот, нажимаете WinDraft, и она вам отправляется прямо вот на EOBOT. Ну, иногда приходит быстро, иногда в течение часа. Вы просто ждете, когда здесь вот на балансе на вашем появится эта денежка. Дальше ее автоматом перекидываете на облако и настраиваете диверсификацию. Диверсификацию валют доджикоинов и облака. То есть сначала майнится доджикоины, потом облако, доджикоины, облако и так далее, так далее, так далее. И здесь вкладочка будет WinDraft. То есть когда облако, чем больше будет раскачано, тем быстрее будет валюта зарабатываться. Когда на доджикоинах будет баланс 100, вот здесь на вкладочке вы устанавливаете автовыплату. Сейчас покажу. Просто потом посмотрите это видео в замедленном режиме, или, да, или повторно, и, ну, сделайте вот эти действия. Вот, вводите доджикоины, здесь, например, пишете 100, и нажимаете Set Dog автоматический WinDraft. Мне это не нужно, у меня автоматом выводятся биткоины. Зачем нужно доджикоины быстро выводить? Потому что доджикоины, они быстрее зарабатываются, и их всего лишь нужно 100. А для того, чтобы вывести биткоины, то их должна быть
100 тысяч. То есть их сложнее заработать, чем, допустим, доджи-коины. Тем более, когда вы начинаете. Вот, это был пятый секрет, которым я рекомендую вам воспользоваться. Тоже не все это знают. 99% они этим не пользуются или же, по крайней мере, не знают. Теперь вы знаете, ради бога, пользуйтесь. И если вы еще не зарегистрировались на сервисе IOBot, то ссылочка будет прямо под этим видео. Также будет ссылочка на регистрацию в на сервисе Free Dogecoin. Ну и на этом все. Вкратце рассказал суть всех пяти способов. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, как обычно, стандартная фраза. И если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте, конечно же, в комментариях. Я постараюсь ответить на все вопросы, если их будет не очень много. Пробуйте, раскачивайте облака, добывайте криптовалюту и удачных вам добыч. На этом все. Спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк на этом видео.